Да, такой настоящий летний ливень пошел. Сорок третья минута первого тайма. Ну, тут в борьбе, конечно, размахивал руками игрок Касабланки. Удар! И вот смотрите! Дождь сразу усложнил жизнь голкиперу. 37-й номер. Это у нас вышедший на замену Эмре Чолак. Забивает гол. Ну, радости уж прям такие. Дальний удар у нас был фактически только один до этого эпизода. Ну, ливень-то сейчас, а, как разразился. И вот, посмотрите, сразу же плотный удар. Но сказать, что он не берущийся, это, мягко говоря, будет несправедливо. Мяч в полуметре от вратаря упал. И долго-долго готовился вратарь к тому, как отбить этот мяч. И в итоге пустил пенку. А стопроцентная пенка, ну, что поделаешь. Вот, смотрите, рядышком с вратарем. Рядышком нырнул мячишка немножко вниз. И вратарь пустил пеночку. А вот так-то, а вот так-то. Счет открыт. Амре Чолак.